Сегодня иду, как обычно, только первым, но левым. Идем по винограднику. Пока видели только одного зайчика. Но не стреляли еще. Виноградник заканчивается. Взяли одного зайчика. Где-то там в середине. Стрельбы нету. Стреляли, взяли одного зайчика. Да. Не знаю, правда, кто взял, непонятно. Потому что все молча. Тут ничего не будет. Понятно. Перебегал, да? Ну, то может его и взяли, а может и не. Сейчас расскажу, пацаны. Фазанчики даже были? Ничего себе. Полтора-два. Перейду, стояли, побачили, да, и побили. Мы уже сколько этих самых, сколько охотимся, и ни разу не бачили фазана, вообще не поднимался. Интересно. Понятно. Да, 4 на 5 широко сильно. Надо брать уже. А який ти кажеш, Саша? Саша, а? Ось все, отако скочив і зразу по під стовбики пішов. Не вицелив нічого, так стріляв на скид. Витягну, смотри. Стовбиком. Такой ще якраз весь ряд такий, густий. Так, вот таких, ну, вот таких надо искать по полі. А дальше уже не можно. Ну, что потом назад? Там стреляли. Там стреляли, а на их как, да? Нет, там он прав. Там не то. Не то. Не жал, блядь, я добрал. Ты что пришел сюда? Ушел. Меня нет. Сразу. Боже. Типа не трогай, мені дали. Да, да, да. У мене в прошлом году. Ні, ну если выплюнув патрон, що блядь, уже стрелять не ехав, це не двусь волка. Не воно добувати. Він не виразив, просто не. Технічний перерив, так? Так, що поломка рація. Рація. Рація тут. Бобік здох. Бобік здох. Агент 02. Треба було не, там його з ноги, блядь. Прих і зразу, блядь, я ще не бачив зайця так сива. То знаєш, розворота, а він спав може пінчати. Вторая загонка. Возвращаемся назад по тому же винограднику. Назад возвращаюсь по традиції. Опять крайній справа. Тільки що сусід слева, це второй від мене, стріляв по зайчику, піднявся між нами, але він пішов ззаді мене. Я даже его не видел. Заканчивается вторая загонка. Ничего больше не было, кроме того зайца, по которому стреляли. На застреле уже два человека стоят. И третий фанговый вышел тоже уже. Ты что там говорил, он в бочке? А кто взял? Кто зайчика взял? Серый. Серый, ну серый молодец. Стрелял. Ну стрелял, короче. Стрелял. Короче говоря, стрелял. И грубо говоря, вынес с поля. Молодчина. Це ж обратно треба було вертати за ним. Найди потім. Да. Я ж говорю, я став. Він не начав що-то говорити, смотри, віжу. І я став, а він отакий, як Віталік, він же мене пропустив. Если бы я не остановил, то свинные. Да, надо тормозить чуть-чуть. Это уж хватало на лапы, это не на пута. Между мной и Виталиком посередине. Да, за того зайчика, что я говорил, да. Выскочил между нами. А я откуда знаю? Я почув, что и назад почув? Ну он пошел, да, поперек, как бы, в так, ту сторону. Вот так, да. Ну, то есть я не видел. Я и ждал его так, чтобы он бежал по рядку. А он, получается, пошел поперек рядка.
сзади меня, то есть я его не видел. Он, видимо, тебя видел, выжил. Может и так, да, может и так. А потом, когда уже я подошел, он поднялся, да, поэтому он вперед и не шел. Может и так. Чищилку ставил, да, заебись так раз. Да, пришел, ноги почистил, да, от болота. Он у меня в раз, качество. Ну, за ваши хорошие слова. Да. Я такой, да и честный. Короче, на следующий год, я так думаю, что мы дойдем. Да, 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 асфальт. Мы будем на каждый асфальт. Слухай, наваримо чистилок на каждом рядку поставимо и будем чистить ноги. Не, ще чищилку с собой натягать. Ну. Бака, хочешь что охотничье видео попасти? Все, все, все. 48 патронов, там стволю там есть. Вот так, вот такое место. Готово место. А еще и контейнер. Молодец. Стаканчики, да. Стаканчики, да. Ну, там нет, хорошо. Ладно, не знаю. Вон он не знаю, не знаю. А. Задумка, да. Давайте я пойду за машиной и да, будете возвращаться. Мы еще не знаем, куда будем возвращаться. Я уже не хочу ходить. Все, переходим на новое место. Но я уже мальчика покидаю. Иду дальше готовить, кушать. Сейчас покажу вам чуть позже, из чего будем готовить. 15 000. Не, пацаны, я перемерил по карте, по Google картам, 10 500. Так что выкиньте свои часы. Шаги, это да. А, я думаю, ты кажешь 14,5 км. Кинули всі патрони, да? Шаманим, шаманим, шаманим. Шаманим, шаманим, да, да, да. Видавай, видавай, хороший пуста. Дістайся. Единичка. Коля, то разве ты точно твій? Так, единичка, я. Желтый. Синий. Моя. Червоний. Знову. Вставай, їдайте до розтворного, а луна там буде шокотки. О. Да, це чий? Вставай, ти чув? А це я за ким, подожди? Це Льоша. А за ким я? За Сєрі. Сєрі, за ким я? Прямо туди, до лебедя, до розтворного, узда і за ким. Ви ж дивіться патрони, да. Чий, за хто, за ком, після кого? Ні. Це за ким я? За Льошою. А я за ким? А ти вставай де-небудь. Я за мною. Все, патрони роздали. Видвигаємося. Патрони роздали. Видвигаємося в номера. Видвигаємося, слідуючий загон. Зараз буде зайців чуть-чуть менше, ніж мишей, але буде все нормально. Зайці будуть, коротше, да, Гіна? Так, а хто остається перший? Не знаю. Мій що, вторий патрон був? Я не знаю. Я знаю, що ви за мною, а я за вами. Короче, Гена, помінялася шапка, все поперепутувалося. Понапутали. Понапутували геть. Хорошо, я стою. Раз, два, три. На четвертий становимся. Пацани, вставайте на четвертий, йди трошки гуще. Я став, да, давай. Що, Генка, слизько? Три на четвертий. Давай тобі, короче, щоб ти взяв зайця, нахуй, я уходю, готовий їсти. Плюс 8. Так, кілометр. Все. Так, да, ну кілометри ми не читаємо, должен бути тебе заєць. Легко. Должен взяти. Ти, якщо ти сказав, то ж буде. Все, да? Должно бути, так. Да. Хоч стрельну, його там. Хоч стрельну, тому що, блін, там уже паук уже сидить і такий ще конкретно вже засів на. Да, вже нахуй. У стволі. Ні, ну в ту неділю стріляв. Стріляв. Мим. А, ну? Я ж виганяю, ти добиваєш. Понятно, да, да. Виганяю, ти добиваєш. Понятно. Все, понятно, давай, так, удачі. Цю неділю треба це. Тебе немає зараз, хто буде добивати? Ну да. Придеться самому, да? Так, так, так. Все, оставляю вас самих на себе, блядь. Давайте, пока. Так, ти зараз варити будеш чи чаєш? Іду варити, да. Я зараз по посадці піду туди, Сірий мене там забере і вернемося. І почнемо варити. Кстати, піди по посадці. А я про що і кажу? З Лупаня я говорив, що з собаками... Ходять по посадці з двох сторон, да, да, і зайчик вискакує і є. Да. Я думаю, що там сухенько, може щось і буде. Ну, подивимося. Якщо чуєте, будете чути, що я стріляю, значить я вже щось там знайшов. Хлопець вже. Да. Все, да. Іду сам. Возвращаюсь назад на нашу базу. Іду по посадку. Посмотрим, може що-то вискочить. Поле хорошее такое. Может где-то сидит.
траве. Кучи такие накиданные из лозы винограда. Очень-очень много их. Падал лишний рапс. Такой. А с той стороны поле красивый рапс. Всех прошу. Всех прошу, пошли по нему, никто не хочет идти по нему. Погодка немножко налаживается. Солнышко поднимается. Правда, жарковато встает. Одетый. Очень сильно тепло. Кто взял зайца? Понятно. Видишь, Влад, о чем я тебе и говорил. То, что я тебе пожелал, то ты взял и сделал. Молодца. О, слышу, ребята стреляют. Принял. Видать, зайчик есть в винограднике. Поднимают. Поднимают. Все, слышу по рации. Зайчик есть. Молодцы. О, опять выстрел. Еще один. Стреляю, слышу частые выстрелы. О, еще один. Взяли. Кто-то сказал, что взял. Молодцы. О, вот и наш Сережка. Наконец-то. То я уже иду. Думаю, что уже не дойду. Сережка, привет. Привет. Дружище. Да. Давай. С приездом тебя, я да. Я думаю, что спал, блядь, дома. Уже все, уже за ружой. Закрой с той стороны дверь. За ружой. Добротвы, блядь. Да, да. Кстати, такая вкуснятина у нас в казану, блядь. Ну, да, должна готовиться. Всех люблю, всех целую. Ну, что, поехали готовить? Погнали. Давай, поехали. Казан уже горячий, блядь. Да. Ключ взял? Да. Только вот одного и все? Взяли уже два. И вот сейчас я слышу по разговорам, что еще одного. Да, вроде бы еще кто-то взял. Муц, там, ну, все увидите потом позже. Влад взял своего зайца. Ну, нормально. Того, вот что я ему обещал. Зеленки, Виталька. Вот тот зеленки присел, выскочил с посадки, присел. Я думаю, что бежит. Мешкуя. Может быть. А. Сегодня у нас, так как я обещал, мяско будет. Мяско вкусное, это нутрия. Мяско беленькое, красивое, чистое. Лапки такие классные. Три штучки телогатчика добрали немножко, чтобы было количество мяска. Должен сегодня быть знатный такой кулеш. Посмотрим, что получится. Встаем на четвертый. Ребята еще охотятся. Да. Все, сегодня вот мяско. Вы только внутри фаты? Ну, должно хватить, как бы. Трошки, вроде бы, на одну меньше, чем обычно должно было быть, потому что было обещано три. Зажали одну. Да, одну десь, непонятно, де її діли. Десь, или, может, убежала. То... Это что у нас сегодня? Нутрі і чолагачик, да? Нутрія, да, и вот чолагачики. Чолагачики, три штуки осталися, це ще з прошлого разу. Не з'їли. Не було. Ну, я думаю, що голодних не останеться, не да? Голодних не буде, я думаю, все буде по кусочку, кожному все буде хорошо. Всі будуть доволі. Ну, хай закипає. Хлопці ще у рілі нагулюють апетит. Нарізали лучка, морковки, підготували картошечку, зеленушка є. І будемо готувати далі. Є ще перчик у нас такий. Зараз покажу морожений. Зараз відкрою. Ось такий перчик заморожений. Это готовлю немножко раньше,
потому что потом цена поднимается, он дорогой. А так себе открыл, мороженое поставил и все, красота. А на праздник нельзя ругаться? Нельзя, конечно. Ай, получается, Виталя, умница. Виталя умница, молодец. То Валерка был молодец, картошку. Да. Кто возле кухни, то и молодец. Да. Супер. А ну покажи, покажи мяску. Есть там мяско? Ну. А ну. Не уварилось, бля? Ну, блин. Я думаю, что уварилось. А картошечка, смотри, какая. И картошечка уже. Ой, супер, бля. Слухай, настрой, я думаю, мы да. уже можем сидать истинно. Бо пацаны пока придут. А ну, серенький, скажи, что там. Сейчас, подожди. Хлеба. Не хватает хлеба. Да. Хлеба. Не хватает хлеба и голодного человека. Да. А так нас... Голодни есть. Голодни есть, да. А братвы еще нету с поля. А братва ходит, конечно, у них там шевны, стреляют. Жара пошла, ты бачишь? Жара, да. Солнышко вышло и пошла жара по зайцу. Супер, Виталька. Ну, молодцы. Мы вам ще там покажем, что вы там настреляли. Да. Чтобы было все красиво и шикарно, я говорю. О, сейчас хорошо видно. Така у нас диетическая кухня сегодняшний день. Красота. Да, ну на палец жира, бля. Нутрия. Нутрия жирна, бля. Нутрия жирна, да. Жирна. Ну, что делать? Там сало. Кормили соєю и кукурузою, конечно, она будет жирна. Ну да, зерно. Зерно, да. Зерно. О, хлопцы стреляют. Каша. Хлопцы стреляют. Кашу варил. Кашу, через да. день. Да. Через два, через день, як коли. Сьогодні будуть кашу їсти воно. Вчора зварив казан каші, сьогодні жінка їм кашки дасть. Будуть ситі. Двері зіли. Ну, двері, понятно. Забор зіли. Взяли, так? Так. Ну, вони сьогодні, звісно, спортсмени у нас. Так що вони поїли двері. Опять стріляють, так. Чуєш? Так. Ще, да, бахаю. Молодці. Молодці. Ну, у нас коло казана не хуже получается. Да. Саня, один за хлебом иди. Давай, Саша, режь ты хлеб. Так хлеб порезанный. Ну, вы же знаете, что делать. Да, понял. Все. Давай. По половинке, Саня. Да. Половинки. По половинке. Удалась. Да, шурпичка у нас получилась на славу. Травички положили. Палку утопили. Зеленушки, груши. Сажи трошки добавили. Все, теперь нагуливаем аппетит. Аппетит. Ну, аппетит у нас уже хороший, потому что мы уже очень хотим, особенно я, я уже очень хочу кушать. А вино, что оно дает, знаешь, пищеварение, водку нельзя. Чисто вот домашнее вино, стакан, знаешь, и оно проходит, знаешь, как по маслу, бля, как в сухую землю. Да, это как песок сухой. Как песок, да, в сухий песок. Да, сегодня день Святого Николая, у нас все удалось. Сейчас мы еще покажем вам, хлопцы придут, покажут, что они там, трофеи, что добули. То есть мы ж не знаем, потому что я уходил, только было 2 или 3 штуки всего лишь. Виталька, накрывай, хай млие. Все, накрываю. Вот такая красота. Грешили вчера. Что да. Грешники да, были. Я самый больше грешил. Да. Якусь там так. Так хотів, так хотів, да. Мысленно. Так что сейчас надо... Выложиться и сфотографировать. Да, сейчас общие фото. Сделаем общие фото, да. Только стил и стаканы. Да. А с дичью у нас снимали. Дичью не было, да. А Валерка взял? Виталя? Який Валерка? Забыл фамилию. Василенко? А. Тоже взял? Молодцы, бля. Да я ж ты говорю. Обалдеть. Барат и Ролян не пьет сегодня. Не, Ролян взял. Ролян 2 взял из 7. Из 7, да. Ну ты нас знаешь только Марат, бля. Ну він уже пив свой, уже він не пьет. Да, молодцы. Там, наверное, прикрутили, бля. Да вот сюда договор. Он его геть колеса спустил. Что, Марат, грешки? Ну что, ты на дворе варил? Да, а ты бачишь, юг дує, а потом дымитесь в хату. А что топить утром? Трубу надо. На трубу, да, трубу. Конечно. Да. То Генкин, блядь, самый крупный, блядь. Так це тільки, що його свіженький. Треба було ставати, коли Ролян.
Короче, общую фотографию сделали. Сегодня грешник. Не, сегодня грешник Гролян. Короче, пацаны, охота удалась. Молодцы, всем спасибо. Молодца, Виталька. Забирай, Дэвид. Вова, ты забрал зайца? Забрал. Кто? Скала забрал. Я не дал, вы тоже. Забирай. Вот, забирай. Влад, бери зайца. Давай, Вася, забирай. Валера, тоже, что ты делаешь? Ты тоже забирай свой зайца. Валера, да. Так бери, не надо ждать, Леша. Ты туда. Вместе. Да, я же еду. Подожди. Гена, это ты машину? Это я заберу, да. Так, кто из них, кто уходил? Коля. Коля еще рано, вот хай подожди. Гришенко нюхал, блядь. Гришенко, да, дайте Гришенко буде. Все, мы закриємо всі практически. Сьогодні, так, п'ята охота. Із семи два таки взяв він. Оця скотиня. Із семи штук? Вовка, серйозно? Та ти що, два підбитих. Треба оторвати доски, тільки зайця, оторвати доски на вікна. Там где-то полиняли. Два, вот он полиняли. Пришел, а я два штука. Вы что целый день, блядь, робили, пока нас не вылезли? Я вылезу на рыбу. Я думал, вы, блядь, забили уже. Один скотчев, вы говорите, я взял. А то Гериного там шкурував. Потом там так проходил тоже один, тоже шкурував. Ну, короче, шесть конкретно. Что ты міг їх взяти, да? Да, я взял. А, взял. Я взял, ну, два добивали, что вони. Вони биті були вже так, що просто так, хоч добивали. Так шесть і сім. Получається, сім стріляв. Значит, 8 стрелял. Один добавляется. Накинуть, я должен один накинуть. Ну, один накинь, да. Накину, да. 8 да. Штук, значит, получается. А передай привет Сашке. А, Санечка, тебе привет от всего коллектива. Да. Вот сегодня охота удалась. Да, результат ты бачил. Да, и кино будет. Кино, конечно, будет по-любому. Да, да. А Валерчику, да, туда на паровоз сейчас тоже. Ну, Валерчику, блин, да, при всем привет. От всех привет, я думаю. Да, хай ему там гикнется, блядь. Да, да. Все, закончилась сегодня охота. Нам сегодня всем все понравилось. Мяско было. Да, шурпа была, но люди, конечно, блин. Все, спасибо мне. Да, спасибо мне. Что сказать? И Светочке за пирожочки тоже спасибо. Да, да. Сработали сегодня пирожочки, Светка, обалдела. Хотя пирожки были... Мы не попробовали. Да, не, ну пирожки были не с капустой, конечно, но видишь, сработали, да. Не знаю, что-то там, короче, так, что-то вышло из-под... Контроля, да? Да, из-под контроля. Что-то вышло не так. Да, я ушел и вышло что-то из-под контроля. Так и забыли их в машине, мы и не попробовали твои пирожки. Но... Не знаю, что там случилось, короче говоря. Ну, пацаны начали закусывать пирожками, 12 штук сегодня бахнули. Ну, это, конечно, класс. Сегодня мы довольны и все классно. Музон включить? Как хочешь. Наш. Если классный, то включай. Давай. Виднейше. Реченька бежит, не спиняется. В житии, в театре картина меняется. Реченька бежит, не спиняется. В житии, в театре картина меняется. Ломает она меч, а ты просветает. Союз будет от души, а ты понимает. Реченька бежит, не спиняется. В житии, в театре картина меняется.